С началом лета стартовали работы по комплексному благоустройству придомовых и общественных территорий на улицах Ольховой 4, 6, 8 и Березовой 3 и 5. Дома здесь построены 17 лет назад, и с тех пор такой масштабной реновации еще не было. Обновить планируется буквально все. Это ремонт, замена асфальта, замена бортового камня, работа по озеленению, устройство детской игровой площадки и вот благоустройство территории в районе фонтана. То есть это замена МАФ, лавки, урны, устройство амфитеатра, ремонт лестниц, озеленение, ну, и замена площадки воркаута. Чтобы проверить ход работ, на объект приехал депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Жук. Парламентарий прошелся по улице, пообщался с жителями, заглянул в один из домов. В рамках комплексного благоустройства новый облик обретут три подъезда. Здесь будет видеонаблюдение современное установлено, безопасный регион, то есть все как положено. Потолки старые, вот эти все будут убираться, будут современные грильята, которые такие с дырочками, квадратиками идут, освещение энергосберегающее. Ну, то есть такой здесь современный вид будет. Входные группы уже практически преобразились. Меняются двери, полностью новая плитка на полу и стенах. Радует глаз только что покрашенные лифты и почтовые ящики. Впечатления хорошие, нравится, конечно. Все новое, все свежее. Всегда это радует. Второй этап благоустройства – усовершенствование территории у фонтана, где заиграют новыми красками детская и спортивная площадки. Появится зона воркаут и удобное пространство для отдыха. Все идеи благоустройства были согласованы с местными жителями. И одним из главных пожеланий видновчан было хоть немного решить вопрос с парковками. Основная работа шла здесь с жителями по парковочным карманам, потому что проезды узкие, мест не хватает, запаркованность большая. И с жителями ближайших домов обсуждали расширение территории в сторону газонов таких, ну, как назвать их, газонами тяжеловато. И добавили практически 50 машиномест за счет расширения, за счет укладки нового асфальта, расширения борта. Завершить работы планируется в течение полутора месяцев. И сроки эти реальные, так как уже сейчас все идет строго по плану. Главное – не сбавлять темп. Некоторые работы финансируются управляющей компанией, некоторые идет софинансирование. Но основные средства – это бюджет Московской области. Поэтому мы здесь посмотреть, как потрачены деньги, как они тратятся, как идут процессы, нет ли проблем с ходом производства работ. Может быть, надо выстроить какие-то коммуникации. Но, насколько я понял за разговоры, тут все выстроено уже. И вопросов по работе, по материалам, по финансированию никаких нет. Посетить уже обновленные дворы на Ольховой и Березовой Владимир Жук планирует еще раз по окончанию работ. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видно ТВ.